Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот восковые мелки Jumbo. Надеюсь, что я прочла правильно. Насыщенные цвета и мягко пишут. 36 цветов стоили 99 рублей в фикс прайсе. И давайте же их посмотрим и проверим. И, кстати, 99 рублей за 36 штук – это очень дешево. Потому что я покупала ребенку где-то за 50 рублей только 10 штук, а тут даже 36. Вот. Все, все разбежались. Кто куда? Так, давайте возьмем этот оранжевенький. Так, ну, на них, конечно же, маленькая бумажечка, которая, я думаю, цепляться должна легко, я надеюсь. Ой, господи. Листочек возьмем. И сейчас проверим. Там написано, что они мягкие. А ну вот, цепляется. Тут, я думаю, можно подцепить. И она снимется. Ну, или можно будет порвать, и она снимется в любом случае. Так, а ну вот даже смотрите, вот чуть-чуть притрагиваюсь, и он пишет. Пишет они, кстати, довольно хорошо. Действительно, такие мягкие. Ребенку будет очень удобно ими рисовать. Желтенький. Желтенький, плохо видно его. Так, давайте. Красненьким возьмем. Красненьким. Красный как розовый прям кажется. Розовый. А, ну он ярко-красный. Розовый. Розовый, светло-розовый. Ну, то есть он кажется, что яркий розовый, на самом деле светло-розовым уже пишет. Так. Фиолетовый темно. Ага. Пишет так же. Так, что еще там у нас? Голубой. Картинки, кстати, везде одинаковые. Голубой классный, смотрите. Ой, супер, смотрите. Голубой прям шикарный. Так, что тут у нас? Так у нас тут два красных еще. Вроде как. Или даже три красных. Поэтому их и 36, что ли? Тоже розовый, так. Зелененький. Салатовый прям такой. Восковые мелки прям классные. Так, ладно, давайте с вами пройдемся. Пройдемся по цветам. Здесь прям, смотрите, у меня красненьких целых 4. И особенно вот эти вот 3, они прям похожи. Тут как-то покраснее. Сейчас мы их проверим. Так, красный. А нет, вот тут поярче красный. Тут, да, вообще другой красный. Тут тоже. Тут немножко с оранжевым как будто. Тут поярче, тут светлее, тут еще светлее. Ладно. Синий. О, классно, смотрите какой. Синий. Голубой. Темно-синий. Классно. Слушайте, цвета вообще просто шикарные. Яркие такие. Можно еще даже купить 100 рублей, это дешево вообще. Так, здесь что у нас? Фиолетовый. Еще прям фиолетовый. Такой хороший. Так, тут тоже фиолетовый. Такой не тот взяла. Тоже фиолетовый. Там светлее, там сиреневый, там этот. А вот сиреневый. Да, можно, знаете, разделить, просто ребенку выдавать по несколько штук. Вот так вот. И тут как раз получится у вас несколько наборов. А, тут прям светлый. Так, зеленый. О, этот изумрудный. Кстати, очень красивый вместе в гуашь, если его перемешать вместе с желтым. Будет прям такой цвет зелени. Люблю их перемешивать. Ах, трак.
вариант зеленый. А, яркий какой. Так, оранжевый. А, ярко-оранжевый, класс. Так, желтый был? А, не был. Желтый. Так, тут оставшийся коричневый. Еще коричневый. Сейчас у меня это в руке, сейчас все это просто свалится и все. Черный. Ну, черный, конечно же, один черный. Черный, наверное, не сделаешь. Светло-черный, темно-черный. Там еще какой-нибудь черный. О, какой. И серый. А, ну вот черный и серый. Вот они, пожалуйста. Да, и можно, в принципе, кстати, вот эти вот цвета разделить, как раз у вас получится где-то раз, два, три, четыре. Ну, как четыре набора по семь штук. Где-то вот так. Вполне. И все. За 100 рублей целых 4 набора. Классно будет. Вот такой, смотрите, у нас с вами набор. Он не стирается. Кстати, они не стираются стеркой. Ими можно рисовать. И также еще можно, кстати, вместе с красками, то есть, если найти белый, вот такой вот, что-то нарисовать, а потом закрасить красками, будет что-то очень красивое, что-то необычное. Но они действительно очень мягкие, очень красивые. Давайте поближе вам покажу, что у нас получилось. Очень красивые, насыщенные, прям такие сочные цвета, прям классно, мне очень понравилось. Ну, цветочек. Мусковыми руками, к сожалению, рисовать не умею. Некоторые люди, я знаю, рисуют прям такие очень красивые шедевры. Я не умею, честно. Ни карандашами, ни фломастерами делать шедевры не умею. Вот красками, да. Гуашь, масло, там акварель, это да. А тут нет, не умею. Вот. Ну, как получилось, получился у меня обзор вот такой вот. Очень классный, мне очень, кстати, они понравились. И 100% я, наверное, куплю еще несколько таких наборов, потому что ребенок у меня карандашами обычными не рисует, у него не получается. Красками там мы иногда рисуем, фломастеры он быстро ломает их. То есть, ну, такие вот мелки просто прям шикарные. Шикарная цена, шикарные, много их. И, конечно же, они насыщенные, очень классно. Пишите свои комментарии, понравились ли вам они, чем понравились, чем не понравились. На сегодня это все. Смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. А также обзоры на другие продукты из фикс-прайса, товары из фикс-прайса, продукты из магазина Светофор, Победа, из обычных магазинов, также обзоры на технику. Также у нас куча-куча всего интересного есть на моем канале. Смотрите обязательно, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Я очень жду ваших лайков. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.